Всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlines, и это время хоррора. Я знаю, вы уже очень многие пишите мне в комментариях: Bloodlines, где же хорроры, когда ты будешь нормальные игры проходить и тому подобное. Я взял эту игру, Emily Wants to Play. Эмили хочет поиграть, она хочет пиздюлей, она хочет морковку в жопу. Это игра про маленькую девочку, которая будет пытаться нас напугать, но мужика же не напугать такого, как я. Да, я в принципе не боюсь хорроров, и вы не боитесь, я надеюсь. Хотя, может быть, и боитесь. От этой игры, я думаю, вы обосретесь, потому что вы видели, как я играл в нее, и маленький отрезок видео, в принципе, вы видели. И увидели, что со мной произошло, да? Кто-то поломал эти... В принципе, я не ожидал. Но единственный хоррор в своем роде, который может напугать, я думаю. Я не брал хорроры почему? Потому что сейчас очень много говна. И, честно говоря, изредка можно испугаться. Ладно, не будем слишком начинать ля-ля-ля, тополя. Вы видите, что continue. Я могу продолжить, но продолжить... Я могу там только с первой ночи, что ли, или типа такого. Я вам сейчас потихонечку все расскажу, так что не переживайте. Я понимаю, конечно, не всем нравится Хэталия, она не для всех, но... Ладно, окей. Я возьму хоррор, давайте посмотрим. Но я опять же предупреждаю, если будет мало просмотров, то я приду к вам домой и нахуй вот так вот, как эта девочка, подрезаю вам всем бошки и носу в будильник. Ладно, шучу, конечно. Я добрый Вадим, но, сука, смотрите, лайков мало будет. Ладно, что я тут заговариваюсь? Давайте, в принципе... Мы видим девочку, да, вот она девочка сидит такая на подушечках, такая мирная, вообще все спокойно, как бы, но лучше к ней не подходить, я вам не советую. А мы разносчик пиццы, а мы приходим в домик такой, я не знаю, где у нас пицца, где мы сожрали по пути или что, ее нету просто, нам показывают, что мы можем взаимодействовать с предметами, вот так вот нажимать, клацать на них и тому подобное. А девочка, блядь, все сидит, друзья, она сидит и высиживает яйца, у девочки яйца, она трап просто, родилась мальчиком. Клоун тут. Первая ночь, в принципе, легкая. Это как Five Nights at Freddy. То есть, клоун сидит, девочка сидит там. В доме никого нету. Что бы вы сделали? Обосрались бы, убежали или подумали бы, лучше я отсюда уйду. Не буду с, как бы, с людьми, с такими, да, ну, как бы, смотреть, что у них дома, да. Тут чувак приходит и телевизор такой, хопа, взял и убежал. Может, мы негром играем, кто знает. Ладно, не буду стереотипные шуточки говорить, типа, негры воруют вещи и тому подобное. И все негры преступники. Нет, я сам негр в душе. Как бы в душе, когда моюсь, я негр, и у меня сразу елда отрастает. Что я несу? Не знаю. Ладно, мы видим синий экран. Как бы, для чего мы все пришли сюда? Мы не пиццу вообще по-настоящему пришли сюда делать, а пришли переустановить Windows. Windows, переустановись. Халай-махалай, и такой, вот, рука появляется. Ха! Ладно, окей, я не буду шутить в этой игре, потому что, ну, если не шутить в этой игре, можно сердечный приступ получить и просто сдохнуть, как бабушка Петя. They will never take my friends away from me. Они никогда не заберут друзей от меня. Please, no. Я не знаю, кто это рисовал вот эти рисуночки, но говорят, что в этой игре тяжело вообще разобраться. Давайте сделаю погромче, чтобы обосрать себе просто ляхи, потому что, ну, я думаю, вначале, в принципе, ничего такого страшного не будет. Но тут имеется шкаф, в который мы не будем заходить, а сзади у нас клоун. Клоун, как я уже знаю, он вырубает свет. Девочка все еще сидит там, мы не будем к ней сейчас подходить. Как вы помните, чего же я испугался, друзья? Меня Лиза записывала, да, чего же я испугался? Испугался я только того, что я... А это еще кто? Вот этого я не видел, кстати, чувака, который там сидит. Не, друзья, я начинал играть два раза в эту игру, но чувака вот этого я не видел. С этой девочкой я знаю, как бороться. Это как статуя. Мы проходили один раз игра, называлась... Ебать его в колотушечку, подушечку мне в анус. И там, и тут, и они везде. Ой-ой-ой-ой, двери не закрывайтесь. Ой-ой-ой, боже, что мой... Не, сейчас вот вы можете подумать, что я шучу, блядь, двери сами открылись. Я не открывал. То есть это первая ночь, нам надо первую ночь продержаться, все будет круто, если мы будем сидеть вот тут вот и не выходить отсюда. Хотя это первая ночь, в первой ночи ничего не должно плохого произойти, я уже просто боюсь, мать его, нахуй за ногу. Что же мне надо сделать? Я просто сейчас из-за страха, я не могу сосредоточиться, я хочу пройти вот туда и показать вам, что там стоит девочка беленькая такая. Ладно, давайте я покажу, что вот с этой надо делать, что с ней делать. Смотрите, вот так вот смотрим на нее. От нее нельзя отворачиваться, на нее надо всегда смотреть. Ебать его в шопоголика. Вот это было... Я не помнил, что такое было. Ладно, окей. Что нам надо делать? Блять, вот этот тип меня очень нервирует. Я не знаю, что это. Вот про этого я ничего не знаю. Мне Лиза рассказывала, но я буду на него смотреть. Я застрял. Так,
Так, так, так, у него там что-то лежит. Сука, я ж его не видел ни разу. Let's play and midnight. То есть, запиши let's play. Ёб твою ж дивизию. Короче, вот сюда я заходил. Фух, я испугался, реально. Это была первая ночь. Это только была первая ночь. Во второй будет намного страшнее. Надо попить бабушкиной жидкости. Она мне оставляла с прошлой ночи. Вот с этого я и начал. У меня нету уже фонарика, то есть почему-то нету. At least had some friends. Есть немножко вроде как друзей в подвале. Честер, Кики, мистер Таттерс какой-то и друзья, блять. Вот сейчас лучше друзья, вот зря я тут оказался. В этот подвал я прыгну. Сука, блять. Вот на вот эту девочку надо смотреть. Ни в какой, просто никак нельзя. Блять, испугался. Ни в каком случае нельзя от нее отворачиваться. Смотрите. Вот сейчас. Сейчас, сука. Если вы отвернетесь, все, пиздец. Свет. Это было неожиданно, но я на нее смотрел. А как, блядь, мне уйти, если мне дверь я не могу закрыть? Она моментально напала, вы видели сами. Это было страшно, конечно, это был пиздец. Некоторые люди не доходили даже до этого момента, то есть некоторые люди обсирались на этом моменте. Где мы находимся? А, фу, первая ночь. Окей, давайте продолжим дальше, попробуем не обосраться в этот раз, но это вряд ли у нас получится. Во второй ночи вот всего лишь, по идее, должна быть девочка, от которой вы должны постоянно убегать. Эта девочка будет открывать двери, походу, как я понял, пытаться нас загасить. То есть, как вы сразу увидели девочку, съебуйте со всех ног, кричите «Бабушка! Твое говно собачье!» И вообще не знаю, что-нибудь кричите, когда вы кричите... Вот эта телочка убежала? Нет, все, окей, я туда не пойду. Как только вы видите девочку, лучше сюда не ходить. В комнаты, где темно, я так понял, лучше не ходить. Это падла уже что-то, сука, натворил. Вот она стоит, опять же. От нее нельзя отводить взгляд, но каким образом мне, блядь, дальше проходить-то? Я же сейчас отверну взгляд, и все, пиздец. Даже свет не могу включить, хотя... А ну-ка. Сука. Блядь. Я, если сейчас развернусь, все, пиздец. Блять, она вроде бы не смотрит на меня, блять. Ее нету. Ее, сука, падла, нету. Так, идем сюда. А фонарик-то тут уже каким-то образом оказывается. Все, у нас есть фонарик, отлично. Мы теперь крутые. LMB, что флешлайт. Ой, друзья, вот это пиздец страшно. Так, ладно, окей. Она уже, походу, тут. Фонарик нам будет помогать только, знаете, в каких случаях? В тех случаях... Если мы увидим ее, мы сможем... Сука, 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 закрывай же двери. Я не могу закрыть, друзья, двери. Есть вот эта вот комнатка, в которой я, наверное, спрячусь. Я не знаю, честно говоря, можно ли тут простоять, но если эта падла откроет дверь, мы ее увидим. Она не сможет ничего сделать. Просто-напросто. И, может быть, мы сможем протянуть до третьего дня, но я очень сомневаюсь. Вы слышите, да? Сука! Все. Ах ты! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. А? Ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. Анонис, чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье. Она просто исчезла. Она просто исчезла. Так, она рандомно может телепортироваться или что? Есть, и мы двери смогли закрыть. Свет включить. И все, давайте продержимся. Мы должны продержаться. То есть свет, фонарик у нас есть. Может телек посмотреть? Спанч Боба там по телеку. Я не знаю, каким образом. I just want to play. Я всего лишь хочу поиграть. Мы включили телек, а он тут без... Я не знаю, что тут рассказывают, но... Я знаю, что тут вот этот вот фонарь очень подозрительный. Я его еще в первый раз, когда проходил, я видел, что его можно было клацнуть как-то. Давайте свет везде подключаем, чтобы видеть, где она и тому подобное. Блять, я думал, она в коробке сидит. Так, свет светит только от этого. Блин, я боюсь сейчас просрать. Но в какой-то или в третьей ночи, или в какой, не помню точно. В какой-то из ночей... Она тут, где-то тут. Я боюсь... Блять, нет, я не буду выходить.
Двери закрываем. У нас, судя по всему, всего-то немного комнат. И нам надо в этом доме продержаться. Но потом на третьей или на четвертой ночи, я, честно говоря, не знаю на какой, я на третьей ночи попытаюсь пойти в подвал и попытаюсь, чтобы все было в порядке. Мы можем свет включить, в принципе, и выключить фонарик. Я не знаю, что там рассказывают по Элке. Может быть, вы знаете, может быть, вы напишите мне в этом. Что мне делать? Почему ничего не происходит? Почему не заканчивается эта херотень? Может, мне надо... Может, мне записки надо искать? Может, мне записки надо искать? Может быть, блудлинс, все может быть. Я могу обосраться. Так, ее тут нет? Свет, свет, свет надо включить. Свет врубаем, отлично. Друзья, я не знаю, что делать, но я боюсь очень проиграть. Очень боюсь проиграть. Потому что вторая ночь, вы видели, она сзади была. Она была сзади. Сучка ты, паршивая-то. А ну-ка, встанем тут. Что тут написано? А, ну да, да. Она сама то тупо открыла. Смотрите, что творит. Чупакабра ты сраная. Но я не буду уходить. Я тут уже попался, я буду смотреть на нее. Я не знаю, что дальше будет, но пойти как должен быть. Еще один хер. Исчезай, мразь. Я не буду уходить, я не буду... О, видите, исчезла. Я не знаю, почему они исчезают, но... Лучше уж так, поверьте. В подвал я не буду спускаться. Давайте просто подождем. Или надо записки искать, я не знаю просто. Давайте записки поищем просто. Время идет. Щет, есть. Просто жесть. Была напрягаловка, была. Но с каждой ночью должны добавлять, походу... какого-то монстра или что-то должно произойти. Давайте попробуем сейчас в подвал пойти. По идее, игра сохраняется, так что... Я думаю, что все будет нормально. I think they want to kill me. Я думаю, что они хотят меня убить. И какая-то херня... Пе просто... Подчеркнуто. Фу, блядь. Подождите. Don't move. Там сказали don't move. Надо было убегать, походу. Походу, надо было убегать, друзья. Играю ночью, но ночью намного страшнее, чем кажется. Так, друзья, попробуем еще раз. И, как мне кажется, надо реально не двигаться. Я чуть-чуть мышкой повернул. Будем руки поднимать, сразу все будет круто. Я хочу только одно сказать. Знаете, я немножечко так скучаю за теми играми, в которых был сюжет, такие как Die Light, или я не помню же, если честно, как они там назывались. Блин, свет лучше не выключать никак. Я не двигаюсь. Я был прав. Он ушел. Двери закрываем. Как только мы слышим хо-хо-хо-хо-хо, ой, блин, то сразу закрываем. Ой, бля, опять это побежала Эмили. Короче, что я хочу сказать. Don't stay still. Не стой спокойно, что ли. Don't stay still. Я слышу, как эта девочка подбирается ко мне, пытается подобраться. Так, это где... Блять, бля. Так, пробежечка небольшая, пробежечка. Никого вроде бы как нету. Я немножко скучаю за теми играми. Почему? Потому что... Раньше, в принципе... Блять, я забыл. Сейчас если девочка нападет. Это если девочка нападет, то все пиздец будет, реально. Надо как-то прятаться. Слушайте, а что если... Сука, что это? Блять, бля. Тихо, Диана. А что если спрятаться, короче, и как только клоун будет нападать, включать, короче, свет? И так, хопа. Может быть, по вот этой методике сейчас попробуем пройти? А ну-ка. Ёб твою мать его в жопу кирпичом. Вот, друзья, вот это был испуг, если честно. Да, я закончу. Что я хотел сказать? Я хочу сказать, что были раньше хорроры, фу, блядь, фу, аж мурашки пошли. Были раньше хорроры в том плане, что мы лазили по каким-то местам, даже пусть те же, как это называется, подземелья какие-то, типа Outlast или что-то такое.
Сейчас и таких игр просто нету. Я бы сейчас бы взял какую-то игру, которая длинная была бы и тому подобное. Но их просто нету, друзья. Но если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь. Пишите еще. В принципе, вот этот какой-то мудак, вот этот маленький еще сидит. Вот эта кукла еще тоже, походу, будет нападать. Но она будет нападать в четвертой, может быть, ночи или тому подобное. Так что с вами был Блудлинос. Если будет комментарий, лайк, я посмотрю, понравится, нет. Продолжим, в принципе, пройдем полностью эту игру. Не знаю, получится у нас или нет. Но игрушка довольно интересная. Жалко, что в одном доме и всего там сколько, 5 ночей, наверное, продержаться и все. Она, в принципе, небольшая, так что пока, хорошего настроения и будьте няшками. И не сидите в компьютере.